Бла-бла-бла, мистер Фримен. Всем привет! Наконец все свои дела решил, и пора делать мини-разбор, либо про оскорбления. Ну что ж, поехали. Вы оскорбили меня тем, что вы стоите рядом, а между тем я с вами рядом даже... Обратите внимание на наколки, и что они означают. Крест на безымянном пальце, ходка на зоне. Треф на среднем пальце, вор в законе. Перстень на среднем кольце среди уголовников означает, что чиновник – потомственный вор. Другой перстень, возможно, означает, что чиновник осуждался за воровство. Нельзя еще не приметить символ масонов. Чиновник мало того, что законник, так еще и член какого-нибудь ложи или клуба богачей. Часы, айфон, кольца, сообразная показушность и некоторая издевка в сторону народа. Мол, я могу позволить себе все. Нельзя еще не отсылать на скандалы, когда депутаты, священники, случайно или специально светили свои аксессуары. Мигалка в данном случае означает вседозволенность и попрание законом. На часах 10 часов, 10 минут, 35 секунд. В рекламах известных часовых брендов стрелки часов показывают именно это время. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, что может означать стрела с крыльями. Кровь под ногами показывает нам, как этот чиновник к успеху шел. Я оскорблен, мне непонятен этот жест, и крайне неприятен. Вы оскорбляете меня по 5 раз на день, терпеть и слушать это. Фримен тут показан человеком, который не согласен с чиновником, считает все слова нашего авторитета говном и выступает против него. Нет никакой нужды, мне ваши доводы и мысли как-то допи***ли. Раз не согласен с большинством, значит паразит. Вас надо срочно изолировать и посадить. Лучше молчи, не двигайся и не дыши. Я оскорблен до глубины души. Да-да, все верно, так и запиши. Был оскорблен до глубины души. Отдать под суд, вынести приговор. В тюрьму на дыбу, а лучше сразу на костер. Да-да, все верно, так и запиши. Был оскорблен до глубины души. Отдать под суд. Статья 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оскорбление представителя власти. Вынести приговор в тюрьму на дыбу, а лучше сразу на костер. Федеральные СМИ, освещающие определенные новости или искажающие их в угоду себе. Ствол тут означает страх увольнения или ареста. Но у меня есть еще одна интерпретация. Это сам Фримен пытается как-то выкрутиться. Не зря же в этом моменте слышится его голос. Понимаете, что такое оскорбить кого-то? Быть оскорбленным – это схема. Хай, лай, бабло! Хай, лай, бабло! Хай, лай, бабло! Я отписываюсь. Как вам разбор? Пишите в комментариях. На сегодня все. Всем пока!